Так, когда это написали? База Серевина. Уже что-то. Вот это генератор. Черт. Ладно. Элли! Элли! Иди сюда! Эй, все нормально? Что был за звук? Те ворота я открыла. Осталось с этими разобраться. Ну, мы в тебя верим. Спасибо. Нужен ток. Так.
Да. Ну ты чего? Пора сваливать. Грохотнуло мощно. Что еще? Я нашла одну записку. В ней были коды. Говорилось про штаб ВОВ на некой базе под названием Серебина. Серебина. Пойдем искать? Если повезет, поймаем одного из них. Разговорим его, а там посмотрим. Решено. Черт, смотри. Отель Серевина. Значит, это здесь. Ладно. Надо пройти через эти ворота в жопу Федра. Какое название? Зато сразу понятно. Подберемся поближе и осмотримся. Идиоты. Всех настроили против себя. Ну, попробуем. Нет бензина. Зараза. Что теперь делать? О, точно. Записка. Что? В записке говорилось, что бензин есть в гараже под судом и в куполе. Ну ладно. Гараж под судом и купол. А, ну и как мы будем искать эти места? Объедем округу, осмотримся.
Как думаешь, Томми здесь побывал? Наверняка. Если бы тебя в Бостоне застукали за таким рисованием, так бы отмудохали, если не хуже. Весело в этой вашей зоне. И где же мы? Мы где-то вот здесь. Отлично. Я буду отмечать по ходу. Произошло. Видимо, военные разбомбили тут все к чертям. Но зачем им это? Ну, иногда они уничтожали районы, в которые прорвались зараженные. Или бунтари. По-моему, это перебор. Ну, обычно помогало. Против зараженных или бунтарей? Всех. Черт. Поверь, тебе повезло, что ты росла не в зоне. Я склоняюсь к той же мысли. Что было бы, если бы я осталась? Наверное, тоже стала бы солдатом, как эти уроды. Ну нет. Чтобы ты слушалась чьих-то приказов? Да, ты права. Честно говоря, я думала, зона в Сиэтле должна быть более населенной. Ага. Может, они все прячутся на Серевине? Как ты думаешь, сколько их всего, этих вов? Ну, не меньше 8. Надеюсь, это все. Посмотрим. Но надо быть начеку. Надо набрать припасов. Последний. Откуда на них жилеты? Они не похожи на солдат. Да. Не знаю. Где мы? Это и есть банк? Похоже на банк. О, супер-пупер.
По-моему, эти в жилетах хотели ограбить банк. О, точно! Прям как в том фильме. В каком? Про грабителей из серфингистов. А, да. Клёвый фильмец. Нам сюда. Готово. Спасибо. О, сколько же тут денег? Полная сумка. Да уж. В прежнем мире мы были бы богачи. Классно. Пошли грабить банк в день начала эпидемии. Наверное, тогда это казалось умно. Если бы ты жила в старом мире,
Что бы ты купила на эти деньги? Не знаю. Большой фермерский дом. Так ты сейчас любой можешь занять. Ладно. А ты что? Космический корабль. О, ну да. Ты же у нас астронавт. Эй, это круче, чем какой-то там дом. Дом, знаешь ли, намного практичнее. Обалдеть можно. Ну, зато мы разжились дробовиком. Грех жаловаться. Ну, пойдем искать бензин. Смотри, там танк. Печально. Я никогда не видела их на ходу. Да. Не повезло ребятам. Что там? Обгорелые скелеты. Не хотела бы я так умереть. Это как с теми астронавтами. Что за история? Один из первых полетов к Луне. Произошло замыкание, и астронавты сгорели в своей капсуле. Ну, они хоть погибли ради чего-то стоящего. Именно. А это просто гниды, которых убили другие гниды. Центр выдачи питания. В Бостоне такие очереди были. И еда была дрянь. Я бы чокнулась. И такое бывало. Так, надо найти вход. Пролезешь тут? Давай, я подержу. Черт, зараженный. Не шуми. Эй!
Без шума и пыли. Элли, это синагога. Как ты определила? Во-первых, на стенах семисвечники. Еврейский символ. Во-вторых, я же не загорелась сразу, так что... Не загорелась? Да так, тупая шутка. Не как обычно. Так, цыц. Просто нахлынули воспоминания. Сестра постоянно таскала меня в синагогу. Ты не похожа на набожного человека. Не, но я происхожу из неистребимого рода. Ты имеешь в виду эпидемию? И это, и инквизицию, и Холокост. Моя семья всегда выживала, хоть и чудом. Похоже, я нашла. Только как туда попасть? Ладно. Давай. Твою мать. Эй, не выражайся. Мы в молитвенном доме. Тут пусто. Вот дрянь. И что теперь?
Посмотрим в гараже под судом. Пойдем отсюда. Сейчас молишься? Иногда. Правда? Когда? Перед выездом из Джексона. У могилы Джоэла. Иногда просто тихонько про себя. Помогает? Меня это успокаивает. Помогает взглянуть на вещи иначе. Это способ справиться с горем. Выказать уважение. Так меня учили. Иди сюда. Иду следом. А если вот так? Что это? А, это Тора. Чего? Писание. Типа как еврейская Библия. А. Сестра бы плясала от радости. У нас была такая в Нью-Мексико, но обгорелая. Ладно. Ну, хорошо, хоть они не все выкинули. Так можно перебраться на тот балкон. Нормально. Держится. Легкотня. Давай, Дина. Ага. Семь, 4. Мы что, в будущем? Не тупи, это иудейский календарь. На Новый год сестра давала мне яблоко, политое медом. О, слюнки потекли.
Я надеюсь, вы все добрались. Ладно, купол вычеркиваем. Пойдем искать здание сюда. Имеет смысл запасти немного припасов в дорогу. Тут, по крайней мере, спокойно. Так странно не слышать тут рева грузовиков. Или выстрелов и взрывов. Моя сестра избегала зон. Понятно, почему. Ее паранойя со временем только крепла. Иногда она просыпалась по ночам, крича. Музыкальный магазин вылетит. Поищем там припасы. Представляешь, как круто тут было раньше. Можно было подурачиться, поиграть на инструментах. Я думаю, тут хватит инструментов на целую группу. Ты же не умеешь ни на чем играть. Но ведь я бы наверняка смогла научиться. Йоу. Зацени. Ого, да, это был очень интересный ритм. Ты же видишь, у меня талант. Признай. Я тащусь? Неважно. Теперь мы группа. Давай ты будешь моей группе. Твоей кем? Короче, были раньше такие двинутые девахи, которые таскались за музыкантами. Так я вроде и так это делаю. Типа да. Угу. Тут есть какие-то пластинки. Что это? Ничего. А, ничего, неплохо звучит. Помнишь ту ночь у костра? Да. Talking.
Жаль, мы не поцеловались. Я хотела. Я тоже. Ладно. Нам пора идти. Да. Я думаю, здесь больше ничего нет. Мы о чем-то говорили? Да, ну... Иногда она просыпалась по ночам, крича от ужаса. Сочувствую. У нас всегда была наготове сумка с вещами. На всякий случай. Мы нигде не задерживались больше, чем в паре недель. Это бесило. Осторожно. Получилось. Привет.
Ладно, вроде я все осмотрела. Хорошо, когда у тебя есть дом, правда? Да. Когда я только приехала в Джексон, я поразилась. Столько людей. А я поразилась, что столько еды. Помню, первую неделю я просто обжиралась. Распихивала еду по всем карманам, а то вдруг закончится. Я видела. Не видела. Я еще подумала, кто эта тощая деваха, стащившая все вяленое мясо? Да не так уж много я стащила. Ништяк. Элли искренне воспринимает меня всерьез. Что? С чего ты взяла? А чего она вечно ржет? Ох, ё. Да ладно, смешно же.